Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Snap от Marvel. Давай заберем, наверное, 50 бесплатных этих, как они там называются. Да-да-да, кредиты. Ага, смотри, что мы... Морфа можно улучшить? Нет, морфа нельзя улучшить, ребят. Это не то совсем. Вот, вот здесь вот можно. Так, дедлок. Ну, давай дедлока улучшим. До трехмерки. Красиво смотрится. Плюс 2. Так, таинственная карта скоро нам будет доступна. Ну что, ребят, попробуем сегодня хорошечно повоевать. Может быть, возможно, получить пару новых карт. Русачан. Русачан. Интересный никнейм. Русачан. Будет открыто. Кто там у нас? Так, разыгранные здесь карты не будут раскрываться до конца хода. Даже не до конца хода, а до конца игры. До конца игры. То есть ты не будешь знать, да, что там? Ладно. Так, агент 13 пойдет, наверное, сюда же. Так, у него тоже ртуть. Молодец, молодец. Карта в руках у каждого получает плюс 1 к стоимости. А если вот так сделаю? Медузу подставлю. Она автоматически станет 4. Домино. Плюс 5 к силе, если у вас здесь только одна карта. Окей, пускай у него там будет одна карта. Так, мастер меча. Давай так сделаем. Если я сделаю вот так вот и вот так. Йонду. Ага. Ну что, кло поставим? Так, Джубили. Добавляет карту из вашей колоды в эту локацию. Давай только не Халка. Ну и что? Так, ну мы выиграем, получается, да? Да, ребят. Джубилу. Ребят, ну это донатер был только что. Как он еще мог ее получить? Насколько я помню, она только за донат была. Хотя, может быть, она раньше как-то могла, как говорится, выпасть. Я-то, ребята, тут свежеиспеченный игрок, так скажем. Поэтому, ну фиг знает. Может быть, не за донат. Может быть, он как-то и честным путем. Но я не знаю, ребят. Тут очень тяжело что-то получить честным трудом. Мунгерл. Так, что у нас тут? Если вы разыгрываете здесь карту, уничтожает ее. Это хорошо, знаешь, кому? У того, кто вот это, на Карнейдж играет, на Вера Вольфа, на Росомахе. Это да. Обитель смерти — это для них. Для меня что-нибудь попроще. Но единственное, что у меня нету второго и третьего хода. Тут Джессика, тут Мунгерл.
Соответственно, я буду отставать. Ты покажи мне тут, что у каждого игрока здесь может быть только одна карта. А ты, блин, раньше не мог об этом сообщить, твою налево. Ну и что? Молодцы, красавчики. Только одна карта. А у меня карта обалденная. Я проиграл здесь. Ну что это, ребят? Ну вот и все. Я не знаю, что тут делать. Может отступить, пока не поздно. Надо ведьму брать. Надо брать, ребята, ведьму в колоду. Хотя бы вместо, я не знаю, вместо Кло. Ну что вот это такое, ну. Только одна карта. Вот, видишь, что у него? Мне достал тот Йонду. Давай так поставим. А здесь надо переплевывать. Только на шестом ходу можно сюда добавить карту. Он тоже сюда Джессику поставил. Ну ты серьезно? Давай так сделаю. Я знаю, что Джессика не будет у меня 8. Но зато динозавр. За счет динозавра только лишь. А здесь можно переплюнуть с помощью Кло. Кло сделает. Да, кстати. Сейчас мы усилим. Он 18, а мы 17. И у нас последний ход. И последний ход будет у нас вот такой. До свидания, дядя. До свидания, дядя. Вот и все. Ну вот она, победа в кармане, где? Халка он поставился. На Халке он разыгрался. Нет, парень. Такие фокусы у нас не канают. Так, два задания выполнил. Получаем. Так, 250 кредитов, 25 золота, 300 опыта. Так, можно, значит, две карты улучшить. И это какие? Так, медуза. Блестящий логотип. Легендарная. Красота. Ну, что за карта? О, вот, ребята, это как раз Джубили. Добавляет карту из вашей колоды в эту локацию. А я там за донат, она за донат, вот она тебе. Без какого-либо доната. Так, а кто еще у нас хочет прокачаться? Космо. Но на Космо не хватает. Джубили, значит, да? Вот Джубили можно. Новую рамочку ей сделать. А кто такая вообще Джубили? И что у нее за способность? Так, я еще могу? Подожди. По-моему, Джубили еще хотела разочек прокачаться. Точно. Трехмерной хочет быть. Но это явно из этих Люди Икс. Оттуда.
Так, Джубили, ты, наверное, еще хочешь, но у меня не хватает, к сожалению. Ага, теперь хватает. 200 кредитов я получил. Ну-ка се. Так, космо. Ага, мы можем космо улучшить. Да, легендарочки, ребята. Красота. Плюс 6, да? То есть таинственную карту получаем. И 10 бустеров. Кто? Шан-Чи? При раскрытии уничтожает все вражеские карты в этой локации с силой не менее 9. Силы не менее 9. Ну, такое себе, ребят. Такое себе. Знаешь что, у меня такая вот идейка сейчас возникла в голове. Создать колоду вот с помощью ведьмы алой и вот этой, как ее звать-то, которая сбрасывает постоянные эффекты. Не знаю почему, вот что-то захотелось. Так, постоянные эффекты здесь удвоены. Ой, куда ты? Постоянные эффекты здесь удвоены. Нет, надо ведьму брать. Хотя бы для того, чтобы сброс делать. Как ты сказал, у кого подсвечивается рамка, тот и ходит первым, да? Или как, ребят, вы определили? Блин, две карты вытягивает. А, нет, это не... это... у разыгранной здесь карты быть уничтожен. Рискнем? Уничтожит он мне эту карту, как думаешь? Мне повезло, а ему тоже повезло. Превращает одну из ваших карт... превращает в одну из других локаций на черном ходу. Я пока ничего не могу сделать. Слушай, если постоянные эффекты усиливаются, ты представляешь, сколько мы можем за счет нашего дьявольского динозавра тут наполучать? Особенно через Moon Girl. Постоянные эффекты здесь удвоены. Постоянные эффекты здесь удвоены. Представляешь, плюс 6 к силе. Две карты, да? Так, ну он два раза должен, по идее, сделать на плюс 6 к силе. Сейчас возьмет ведьму, поставит и все, и хана здесь будет. Ну, кто там у него? Гамора. Последний ход. Ну. Мне кажется, ребят, я проиграю только вот из-за того, что здесь фиговенько у нас сыграется. А почему Гамора получилось только, если противник разыграл здесь карту? А, плюс 5 к силе. Так что он там, это... что он задумался-то? Ну, на этой локации 100% будет победа за нами.
Ну все, ребят, победа. Офигеть. Сюда, он думал, что я кого-то сюда поставлю, да? Нет, парень. Туда я никого ставить не собирался. Та линия для меня уже была проигрышной, поэтому, конечно, я держался за те, у которых был шанс хоть что-то, хоть как-то выдержать, ну, хоть как-то продержаться. Откуда они взяли? Я, небось, я не кусаюсь. Где такие титулы? Почему у меня таких нету? Опять 25. Превращается в одну из других, понятно. Локаций. Непонятно там во что. Вот подсвечивается, да, рамка? Нету следующего хода. Так, разорванные здесь карт, понятно. Есть шанс взлететь на воздух. Блейд. Он выкинул Казара. Интересно. Очень интересно. Видишь, а у меня, ребят, только пропуски идут. Есть шанс быть уничтоженным. Так, бишоп. Электро. Посмотрим. Наки. Смотри, что творит, а. Его так не уничтожил. И мою бумкнул, гаденыш. Нельзя снэпнуть. Да ты заколебала, блин. Ну чё, ребята, ну вы видели сами прекрасно все. Вот говно взяла, просто уничтожила все мои карты, блин. У него ни одной не уничтожила, а мои все. Нормально? Просто, блин, одну карту, потом вторую следом. Ракета прокачался. Это, конечно, очень взбесило меня. Ребята, очень сильно меня это взбесило. Ну какого фига, блин? У него ничего, блю. Опять 6, 5. Ну, короче, понятно. Получает минус 1 к силе. Так, он пошел по крупнику, да? Решил снэпить сразу же. И кто там? Надеюсь, не электро? Нет, корк. Угу. Тому, здесь, кто здесь имеет больше карт. Прекрасно. Еще. Сразу перепужался. Плюс 2 к силе. Ага.
Академия Стрэнджа. После пятого хода все карты здесь случайным образом разлетаются, да? Кто куда. Я, наверное, вот так вот сделаю. Переместятся. Последний ход. Ну, наверное, очевидно, да? Что надо ставить Халка. А ему надо сюда 8 поставить. Карту за 8. 11. Все, проиграл. Да. Да, там даже некого было мне поставить. Он, видишь, карты переместил, блин, ненужным образом. Из-за этого так получилось. Здесь нельзя разыгрывать карты на шестом ходу. На шестом ходу. Так, карты стоят на один меньше. На один меньше, да? Поехали. Ну что, получится 6. А у него мистер. Карта здесь получает 2 к силе. Точнее, минус 2 к силе. Айрон Харт. А если я сделаю так и вот так? Что там? Сделаем так. Ну, допустим. Последний ход, друзья мои. Ну и что он там сделал, ну? Выиграли мы? Мы выиграли. Один ему тут не помог. Так, а у нас что, после легендарной еще что-то можно там у нас накапливаться? Опять энергия, интересно. Так, здесь тоже забираем. И двигаемся дальше. А, подожди, подожди, что-то у нас кто-то где-то когда-то хочет прокачаться.
Джубили, что ли, опять? Анимированные. Анимейтед. Давай, 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 таинственную карту мне. Что там? Рой. Воу, воу. Уходи в сброс из вашей руки, добавляет мне две копии, которые стоят 0. Уходя в сброс из вашей руки. А, такой сразу у меня вопрос возникает. А как ее сделать в сброс? Из вашей руки. Из руки, то есть, ну, в колоду мою получается. Это надо ее уничтожать. Надо посмотреть у кого-нибудь механику эту. Потому что, ну, рой. Хотя она не так уж много и стоит. После каждого хода все карты получают плюс один к силе. После каждого хода, да? У него агент. Добавляет по карте ниндзя. Я пас. Мне ставить нечего. Утырок, а. Вот утырок. Берете две карты. Сентинеля. Что будет, если я поставлю вот так вот? Так, ну она же не сработает. По идее, да? Там срабатывают только постоянные эффекты. Сейчас проверим. Ну и что, в кого? В Кло. Кло не сработает. Хе-хе-хе-хей. Кло там не сработает. Посмотрим. Казар и Сентинель, опять же. Ну вот и победа, ребята. Кло хорошо нам тут помог. Да и Космо тоже очень хорошо помог. Шикарно. Ну что, еще один поединочек, наверное, и будем на сегодня закругляться. Вайрик. О, какой никнеймик. Вайрик. Так, 1 и 2. На каждом ходу вы не можете разыграть здесь свою первую карту. Допустим. Ага. Вот оно как. Кузнец. Давай сделаем так. Кузнец, бишоп. Ну давай Космо поставлю сюда. Уговорил. Снэпнемся.
Так, в конце каждого хода плюс один тилит, каждая неизрасходная на очку энергии. Кузнеца сдуло, ребята. Просто-напросто взяла и сдула его. Так. Эренхард. Последний ход. Ну, сам понимаешь, что здесь надо ставить. Хотя... Давай так сделаем. Ну и все. Пацан, до свидания. Вайрик. Вайрик. Ай, чуть-чуть не хватало. Ну ладно, давай еще пройти до 24 ранга. Уговорил. Опа. Так, мы получили уровень. Ладно, еще протику. Мне чего в этой игре нравится, что тут раунды не такие затянутые. Понимаешь? Тут как-то все очень быстро. Тут за 10 минут можно сыграть, ну, не знаю, раундов 5, наверное. На пятом ходу должны быть разыграны здесь. Я сюда поставлю. Сюда поставлю медузу. Так, у него агент. Агент плюшка. Че там ваша сила здесь передается другим локациям? О, да. А если я вот так поставлю? Так, что, он через Казара хочет играть? Насколько я могу понимать. При раскрытии добавляет карту демон в вашу руку. В мою? В мою руку он отправляет карту демон? Хорошо. Демон. Сделка есть сделка, и что? Подожди, а почему я там не могу поставить? Сделка есть сделка, да, значит? Из-за этого? По-моему, я... Да, ребят, я проиграл здесь. А, последний ход, тогда нет, тогда нормально. Хм. Почему только мои карты поменялись? Так, у нее... Да, у нее при раскрытии. А тут что? Если вы разыграете здесь карту плюс 2 к силе. Нет, ребят, не получилось. Вот здесь не получилось у меня.
Да потому что у меня все карты, которые мне нужны были, взял, засосал, какую-то чушь выдал. Вообще непонятную. И вот эта вот карта. Что-то основа. Я не мог сюда ничего поставить, когда он демона высылал. Там в эту локацию ничего не мог поставить. Не знаю, может быть, из-за демона, может быть, из-за каких-то там условий. Опять на шестом ходу на эту локацию можно помещать. Да вы достали, блин. Не надо мне вот эту вот фигню, блин. Нова. Ага. Я, кажется, понимаю, что он там хочет сделать. Надо будет сюда... Так, при раскрытии снижает силу карт в руке вашего противника на один. Фига ты что натворил там? Пипец. Ну что это, ну? Я офигею. Тут все против меня. Вот в данный момент тут все против меня идет. Минус один. Нормально. Все поменялось. Минус четыре. Так, агент. Последний ход. Что мы можем сделать? Халк сюда, наверное, поставить. Ваш противник отступил. Твою налево, не дал мне заработать. Он не дал мне заработать, ребята. 2 балла всего дали мне. А я потерял 16 баллов. Поэтому надо отыгрывать. Я про 23 ранг. Да-да. Puppet Master. Puppet, купит. Если вы разыграете здесь карту, ее сила удваивается. Ну давай. Ее сила удваивается. Угу. Погнали. Да что такое-то опять, а? Кузнец, да? Превращается в новую локацию. Я, наверное, пока пропущу. Но мне нет резона, ребят, ставить волчицу ради одной карты. Но получит она 3-3. Смысл?
Плюс 2 к силе, когда карта перемещает сюда. Ну вот, пускай там перемещает, что хочет. Так, Казар, ну там увеличивает. Космо. Ну, мы сделаем вот так вот. То есть не Космо, а Казар. Корк. Последний ход. Ну что, есть смысл ставить волчицу или, наверное, ставить... Так. И вот так. Что это еще происходит? Приходит под контроль противника. Мы его круто, ребята, наказали. Ты прикинь, гад, что он сделал, а? Офигеть. При раскрытии переходит под контроль противника. Прикинь, такую фигню тебе подсовывает. Но, тем не менее, я его наказал. Волчица очень хорошо сыграла. Она еще плюс накрутку сделала на себя. И еще накрутка за счет локации удваивает силу. Хоть он мне и подкинул минус 16 в руку гоблина вот этого вот несчастного. Добавляет. Так, по случайной карте. Кто это? Что это? При раскрытии, если вы разыгрываете карту здесь на следующем ходу, плюс 5 к силе. Так, еще раз. Если вы разыгрываете карту здесь на следующем ходу, плюс 5 к силе. Угу. Блин, на этом ходу карта не раскрывается. Замечательно, что я могу сказать. Карта не раскрывается. Что тут? Фиг его знает. О, плюс 1 к энергии. А вот это хорошо. Так, если вы разыгрываете... Так, если вы разыгрываете карту на следующем ходу, плюс 5 к силе, понял. А мы разыграем здесь карту. Кос. Корк. Поставлю волчицу, наверное, да? Или нет? Так, сделаем. 8 и 5, 13. Посмотрим. Так, он ходит, да, открывает первые карты. Да-да-да-да-да, я понял. Человек-муравей. Но у него не должно получиться-то, ребят, чтобы 17. Победа. Фух, отыграл, друзья. Отыграл я свой ранг 24-й. Все прекрасно. Ну что, друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.